Давай. Вот у нас Александра, мы ее поздравляем. Да, ну я решила повторить вариант, который я Джувин Джун играла. Ну там, в принципе, нормально было, что все. Да, по варианту ни при чем был. Нет, вариант ни при чем. Причем, что я. Так, ну сейчас я покажу, что было, да. С ферзь Е2 я так лей проиграла летом. Китайский вариант сейчас популярный на эту систему. А с Джувин Джун было так, да. Да. Это как бы раньше считалось опровержением этой. Ой, с перевернутой совсем тяжело. Конь G4. Конь G4, да, так, слон E6, да, конь D2, слон B4. У нас было B3, H5. Но тут есть вариант, который ведет к какому-то ладейнику. Ну, да. Но после F3 я почему-то по неведомым мне причинам не нанесла конь бьет E3, Джувин Джун в этом турнире, ферзь D4, двойной удар. Ну и забрать на A1 потом. Ну, понятно, что там компенсация какая-то есть, но качество есть качество, да? Тут ферзь Е5 главное не пойти, потому что там проиграно. Ферзь Е5, слон Б2 там. А были такие партии уже, нет? Нет, партии не было. Не было? Не, ну H5 это... F3 новинка. Не очень ход, да? Неудачная. Вот. А ферзь Е2 это другое направление. Как я уже сказала, я проиграла летом вот именно в этом варианте черными. Ну, тут заготовили... А вот тут, усиление. А в чем? А на E4 что будет? Мы не могли понять. Если бы я еще знала, тут тяжело. Ну, E5. А, нет, на E4 то смысл в том, что я слон E7 всегда хожу. А в чем тогда? Почему слон B7 не надо ходить? Там свои тонкости. Ну, считаем, что E4 это ослабление, нежели... И с ладьей на B6 можно играть при этом, да? Ну, ладья хорошо. B6, сила. Ладно. Конь E1, но мне кажется, это... Основной вариант, который дома смотрели. То есть до этого как-то все по домашнему анализу было, слон опять. Новинка. Ну и тут как? Тут дилемма была меняться, не меняться, но я решила, что ферзь, он хорошо фланг держит. То есть понятно, что компенсация у белых за пешку есть. Но, наверное, все-таки в пределах равенства позиции. Ну, максимум. Да? Ладья C1, мы думали, что максимум, что белые могут рассчитывать на равенство. Конь C5-C6, я тоже на это надеялась. Правда, вот что здесь же, вот, а что тут вот уже? Здесь вот я пошла конь D5, так, я думала, можно конь E6 нет ухода, но на самом деле он есть, и может быть так и стоило пойти просто в этот эндшпиль. Ну а что тут хорошо, слон B4? Ладья A6, ну три пешки. А, ладья A6 я не видел, да, погоди, я а тут нельзя, может быть что-то другое. Погоди, а о чем тут ладья не взяла? Тут же все равно взять хочется. Почему слон C5-то не взяла? А я не уверена была, что это хорошо. А что тебе? Ну ладья C5. Ну ферзь D7. Ну, да, но как? Конь D5, а что, ну пешки нет? Ну, ферзь C2, там, E4. Ну, F5, ну как, ну на E4, F5. Ну, да, но я решила, что я... Мне кажется, тут-то просто пешки нет. Ну, как бы, может, ее реализовать, не ну, двигаешь, что хочешь тут. Ладья C8, слон далеко. А что он там стоит? Он же стоит там просто для красоты, по сути дела. Ну, да. Не выполняет никакой функции-то, кроме блокады. Что делать, да? Ну, просто нам казалось, что на конь D5-то как раз, может быть, и уйти надо. Конь E6 мы тоже просто проскочили этот момент. C2. А на конь E6, ферзь E7 что делать? Конь E6, ферзь E7? Ну, можно ж, наверное, нельзя, как? Да? Конь C5, слон C5. Слон C5, да. Ну, хорошо, ферзь E7 ход выпал из моего поля зрения. Я думала, что... Ну, тут мало пешек. Да, мало. Ну, ферзь G4 меня ход удивил, честно говоря. Мне показалось, не туда немного. Конь D5, ферзь C2. Ферзь G4, ферзь E7, ферзь D1. Ты сама, наверное, в 5 собиралась где-то, да? Да, вот здесь, после ферзь E7. Ну, и тут я не выдержала. Я не знаю, сильно или не сильно, но... Ну, там сразу я в этом турнире вроде не форсированный мат, но как бы опасно все, конечно, выглядит. Конь H6. Ну, то есть тут есть ничья, конечно. Не, ну, не для ничьи же ты это все затеяла. Понятно, но пока ничья есть, это уже хорошо. Так, ферзь C2 и ничья такая. Ну, ладно. F4, конечно, последовал, не думая. Конь F4. Так, ну тут что? Тут я надеялась, что все срастется. Ладья C3 какой-то вариант считала. Ферзь H4. А, ладья G3 я считала, что... Или ферзь G5, что это считала? Не помню, с перевернутой доской тяжело. Но кажется, ферзь H4. Но тут эти фигуры, они очень-очень далеко. Ну, но это и надежда. Это как бы очень обоснованно, скажем так, и... Атака очень обоснована, просто за счет того, просто позиционно идет. Да, как-то, да? Опять же, есть напал, потом ладья 8, там да, может, ладья 8, где-то ладья 8. Есть да. еще вечный шах. Угу. Ну, в общем, я надеялась, тоже что мы считали, что она да. просто обоснованно идет. Проще. Конкретику не смотрели особо, если честно. Я как-то очень весело
пошла. Но тут идея в том, что на конь c5 следует... А тут... Следует конь e2. Ну да. Хотя бы, да? Ну, наверное, там лучше. И на конь d3 что-нибудь придет. На конь d3 ферзь c3, да? Ну, это ферзь d1 еще есть. А, нет, ферзь d6. Ну, ну что, как раз ферзь c3, конечно. Да, может быть. Есть еще вот... Ну, тут, ну как, ну тут ну, любой другой ход ну, сделаешь. Ну, хорошо, да. Король же, да, ферзь d5. Король h3 вроде бы, как мне казалось, нельзя. Ладья f5. Нет, тут можно, по-моему, ладья f6 нам как сказалось. Ну, неважно, f3. Да, это неважно, да. f3. Ну, а тут не дошли, не нашли мы защиты. Ферзь Е2. Тогда ладья F6. Да, вот такой вариант. Ладья F6, слон D2 и ферзь F5. Да, и ладья висит, двойной удар. Ну, после ладья F3 вряд ли что-то может придумать. Да, F3 тоже мне казалось, как бы... Можно, я, правда, себя корила, честно говоря, что я C5 метнула, а не E5. Ну, E5 тоже был, и ферзь F5, ферзь H3, слон G3 тоже, скорее всего, выиграно. Ну, C5... Плохой ход. Плохой, да? Мне кажется, получилось хорошо. Ну, получилось. Ну, Е5 тоже сильно. Где борьбы куча. Серьезно? Да. А мы думали, забираешь ты и все. Да. Я не против была, конечно, сдачи. Но, ну, то есть Е5, я отказалась за конь Б4, но на самом деле я уже потом думала, что, может быть, не стоило отказываться. Ну, пошла ладью куда-то. Еще Е4 грозит, ЕД грозит. Ну, тут так-то должно быть выигранность. А тут уже на слон Д2, а ферзь Д4 выигрывают в силе, да, то, что... партия была. То есть ферзь Е2, уже пешка на Е6 не висит. Другая история. И еще, что в партии аж 4 хода нет. Ну, то есть он есть, но я конем на Е6 но ухожу. Тут-то выиграно. А здесь права, мне да. казалось, что у нее есть ход H4. Ну, я считала какие-то слон G3, но я там ничего не видела. А, конь F7 собиралась ходить. Ну, а как здесь ей? Ладья D2, что ли? Ну, наверное, просто тогда плохая позиция. Да, долго играть придется. Нет, просто. Да, конь c5 пока. Ну да, долго. Ну, в принципе, да, тут как материала поменьше ну, стало. c4, bc, да. Не, ну действительно, а что там? Конь c5 даже без пешки, ну, еще ну, выигрывать да. и выигрывать ну, надо, вот да. h4 это. Так, один совсем вопрос. Что-то по-другому. Ну, c5, мне кажется, ужасный ход. Ну ладно. Слон d2. И тут. Ну, тут я ферзь один увидела, обрадовалась, пошла на эту позицию, а потом смотрю. Она же может пойти слон f4. И на ферзь h6, ладья d2. И на ладья d8, ладья d6. И печалька. Не, погоди, ну это кооперативно. Тут что-нибудь придумаешь сейчас. Нет, ну, возьмешь. Ну, я могу съесть. Да, ну и что? Ну, как бы это не сдача партии. Ну да. Пишка ну, ферзь d4, наверное. Ферзь d4 тяжелая так позиция, и собиралась. Да? Ну, надеялась, что тяжело, но я не была настолько уверена, что, ну, безнадежно. Конь начинает прыгать. У меня конь связан, восьмая слабая. Вообще не ясно. Я тут считала еще один ладейник, ферзь h6, ладья d2. Как-то я в ладейник форсированно переходила. Ферзь a5, ладья d6 просто, да, никакой да. грозит. У меня сейчас ладейник с пешкой c. Так, если... Да нет, тут не видно, как развязаться. Вот, ферзь c8, ладья d6, ладья d6 все равно. Же? Ну, ладья d6, да, тогда не ладейник, к сожалению. Но, погоди, дай посмотрим тут что-нибудь. Не, ну тут как-то ну, никак. Да, вот я вот так вот смотрела с грустью на эту позицию. И она сдалась. Ну, она тут также сдалась практически с кем-то еще так, ну, с Канеро. Да, там да. напугали ее чем-то шахом, она взяла, сдалась. Ну, тут... То же самое было. Но тут да. не видно, как вот выиграть и... сразу. Да тут уже, наверное, и нету выигрыша. Погоди. Не, ну, король h8 сложно. Можно. Король h8, слон d6, конь g5, ферзь c7. Не, ну может быть пока а форточку сделать, не знаю. Так ферзь c7 грозит. c4 пойти. И что на ферзь c7? А, ферзь c7 на g8? Грозит. Не, как так? Так сейчас что-то отдаем, да, каждым что-то... ходом по фигуре отдаем. Ну как, не жалко. Нет, ну не, на слон f4 надо было бить, если бы она уж нашла, ну, я думаю, надо что... надо было бить, да, я бы, наверное, побила, ну, если знаешь, здесь если человек сдается, то он и тут бы проиграл. Так, как? Так ты говоришь? Да. Взяли. Ну, все же, наверное, позиция крайне неприятная. Ну, неприятная, но вагон игры еще. Король слабый, да? Очень. Ну, конь пока далеко, все-таки он не дошел. Конь. Если бы он заел на e4, понятно, что тут с королем как-нибудь разобрались бы. Да, но мне кажется, c5 я выпустила. Я не знаю, что там было сильнее, но такое ощущение, ну, что... там, честно говоря, ферзь f5, ферзь h3, да? слон g3, скорее всего. Ну, e5-то, по логике вещей, e5-то сильно, конь e6 же грозишь. Ну, да. А ферзь f5? Ну, просто ферзь h3, слон g3, и потом конь f3. Ну, слон g3, взял конь f3, и потом что-то будет.
Ну так, да. Оно скорее всего, конь как бы по ощущениям. Далеко. Мы считали, ты считаешь, но, видимо, ты это и считаешь. Я не считала, C5 пошла, да. Но мы еще видели E5, и, честно говоря, тоже нам нравилось, mm-hmm. потому что E4. Ты пошла C5, мы решили, что ты еще сильнее пошла, наверное, потому что коня отрезала. Да, но, я тоже так решила. Но по ощущениям E5, конечно, mm-hmm. что, ну так, не должно быть здорово-то. Mm-hmm. Потому что конь E6 подходит, пешка лишняя, еще и позиция, наверное, лучше. Вот. Пешка поровну. Пока. Ну, сейчас будет. А, ну. Защититься же невозможно. Ну, на слон C3, ну, E4. Она пошла бы. Но ну, там, да. Не знаю, вот здесь, вот в этой позиции что-то. А что-то. Как? Думаешь, сохранятся пешки? Ну, пошел там, не знаю, ладья куда? E8, D8. Ну, D8 нельзя, наверное, слон E7, да? А ну, E8. Ну, E8, да, вот я так скажу. Так, теперь на ладья D2, наверное, выигрывает E4. Ну, а так вообще конь E6, конь D4, и постепенно ну, да. выиграна, да, позиция. Ну, вот я с грустью смотрела на эту позицию после хода C5. Угу. И еще, наверное, так надо было ходить. Ну, или ферзь F5, не знаю. Ну, ладно, что, да. Победа есть победа. Да. Поздравляем, угу, давай. Спасибо. Продолжай дальше. Так. Да, турнир. Ну, все равно, завтра же еще есть тур. Хорошо. Ладно, да, спасибо. Спасибо, что пришла.